с икрой, грибами, творогом и мясом, вареньем, медом, со сметаной или без, какая бы ни была начинка. Главное блюдо этих дней – румяные блины. Кстати, сейчас, по славянским традициям, началась самая аппетитная пора – масленица. Когда есть блины не только вкусно, а еще и весело. Этот праздник всегда сопровождается песнями, танцами, играми, шарадами. И, конечно, это хороший повод встретиться с родными и друзьями за большим накрытым столом.